Вот так наш сказочный город видят жители и туристы. Открой дверь, в отличие от тебя я не на диете, мне не протиснуться. Но я его вообще не вижу, потому что я принцесса. Я хочу быть свободной, а не чахнуть в твоем элитном пентхаусе. Но там опасно. Опасно? Я не знаю, что это в словаре была вырвана страница. Ха-ха, эй, лапуля! Так я втрескалась и шагнула навстречу мечте. Но облом. Раз в 100 лет злой волшебник Черномор похищает принцессу. Пришли мне голубя с местоположением! И по закону подлости украли, естественно, меня. Но мой Руслан, конечно, меня ищет. Я вообще не в курсе, что делать. Где найти этого Черномора? Стопэ, братан, я-то откуда знаю? Но ты же кот ученый. Сорян. Но я знаю одного чокнутого экстрасенса. Кто в теме? Пошла залетная! Маршрут перестроен. Сейчас поверните налево, потом направо. Тут опять все перекопано. Но по окончании маршрута вас ожидает волшебный меч, который победит Черномора. А я говорил, что Сусанину нельзя доверять. Отправиться в заколдованную страну. Чтобы сразиться с Черномором. А! Бьешь, значит любишь. Я? Тогда лови еще, Валентин. С заморскими принцами. Страшными монстрами. Нежданчик! Армии мертвецов. А ну зацените самую бомбическую магию лукоморья, от которой кот-ученый с дуба рухнет. Коварными разбойниками. Лучшее лекарство от кариеса. Найти новых друзей. И завоевать любовь. Потанцуем, вкусняшки! Самой отважной девушки на свете. Не в бровь, а в глаз. Руслан и Людмила. Перезагрузка. Принцессы борются с лишними калориями. В кинотеатрах с 1 августа.